За этими спортсменами будущее. На базе Ульяновской спортшколы Олимпийского резерва по боксу провели турнир на призы легендарного тренера Петра Липатова. Соревнования собрали 170 участников из 11 российских городов, преимущественно из Приволжского федерального округа. На ринг вышли начинающие боксеры. Возраст самых старших участников – 13 лет. Для многих это первое серьезное состязание, а значит и проверка своих возможностей. Это начало спортивного пути в боксе. Это юные боксеры, которые занимаются 2-3 года. И здесь идет просмотр, отбор молодых перспективных спортсменов для дальнейшей работы с ними. Это будущее нашей надежды, на которых мы будем смотреть. Я думаю, что в ближайшее время кто-то из них уже проявит себя на всероссийском ринге. Подобные соревнования в Ульяновске проводили уже во второй раз. И, судя по настроению организаторов и количеству гостей, у турнира Липатова хорошие перспективы. Юным участникам пожелали успехов и выразили надежду на встречу с ними на следующих соревнованиях.